Сегодня уже 25 марта 22 года. Рассада у меня. Здесь разные перчики, но очень много не зашло. Хабанера. Посеяла второй раз, не взошел. Кустарниковый голдфингер. Тоже не взошел. Потом. Ой, название срезала, но перчик вот такой. Это перчик весь горький. Вот это вот наподобие балконного чуда. Это из той же серии. Название только другое. Вот такой острый перец. Кустарниковый костер. Перец. Перец. Острый чили. Вот такой. Некомнатный. И посадила вот такой вот красный алмаз. Написано, что это ягода годжи. Ну, не знаю, что это такое. Пишут, что многолетник. Растет очень медленно и туго. Это у меня все сидит вот в этом лотке. Оно как-то так сидит. Растет медленно. Здесь у меня вот хорошие всходы. Это вот соцвет под названием, по-моему, Византия. Лаванда. Вчера подсыпала еще семян. Ну а так с полпакетов зашло только вон несколько штучек. Хотя прям сыпала много-много. Сорт лаванда вознесенская. Семена не просроченные, но схожесть очень плохая. Вырастет, не вырастет, не знаю. Также помидорчики. Балконные чудо. Это оставила два себя, остальные, естественно, сирота. Желающие уже есть. Вот это вот они. Вот этот сегодня уедет. Также у меня тут есть перчик. Кустарниковый. Такой какой-то оконное очарование. Один только зашел. Села. Два. Помидорчики такие. Балконные. Еще посеяла. Позже покажу. Так. Вот эти вот два помидорчика называются. Веселая соседка. Это вот двухрублевые семена. Калифорнийский перец. Из двух только один зашел. Также вот помидор. Это была веселая соседка, а это, опа-на, веселый сосед. Тоже из двух пошел один. Еще не понравилось. Помидорчик называется рубиновая доля. Два посеяла, два взошло. Также еще вот этот перчик. Последние два семечка у меня было. Так хочется, чтобы он вырос и выжил. А выглядит он вот так. Перец дерева, F1 сорт новогодний. Очень хочу, чтобы он вырос. Кстати, в том году сажала из этого шпатечка, не взошли. В этом году все поросло точнее. Ну, герань. Герань, конечно, у меня почти вся такая. Я ее уже убрала на другое окно. Потому что солнышко только здесь, на денежное дерево. Вот так вот. Вот, а еще сегодня планирую посадить вот этот помидорчик. Думаю, не опоздаю. Там красные дольки. Там рубиновый, здесь красный. Вот нравится мне помидорчик. С рельефной наружностью. Ну, пока все. На сегодня. На 25 марта. Будем ждать, чтобы все взошло остальное.